общем, сегодня я сделаю вам рум-тур, потому что многие его потеряли, многие не видели, многие спрашивают. Так что сейчас начнем. Начнем с коридора. Здесь шкаф, здесь под верхнюю одежду, здесь под обувь. Там под что-то ненужное. Идем дальше. Заходим на кухню. Здесь еще нужно будет докупить один стул и потонировать окна. Также здесь у нас кухня, все встроенное. Идем дальше. Так, тут зеркало. И заходим в ванную. Мой любимый вот такой свет. И общий. Так, вот такая ванная, в общем-то. И идем в комнату. Комната 15 квадратов, в которой мы сделали гардеробную. Мы перестраивали полностью вот эту стенку. Она достаточно вместительная. Здесь очень много места, чтобы разместиться. Кровать. У меня маленький ребенок. Плюс здесь будем устанавливать сегодня еще полукруглое зеркало и полочки под телевизор и под косметику.